Как я только умудрился не выключить вспышку. Всю жизнь жалеть буду. Ну даете. Менеджер? Хаякава? Боже, и как давно вы за нами наблюдаете? Ну, вид был прелестный. Лучше любого Рождества или тортика, что я когда-либо ел. Должна сказать, Катаса, ты смелее, чем я думала. Не ожидала. Ну, вы же хотите показаться друг другу в костюмчиках на Рождество. Нет, нет же! Я думала просто обменяться фотками. А потом... могли бы телефонами обменяться. Что? Да, давай! Обменяемся номерами. Спасибо большое. Ага. Давай и мы, Хаякава. А, да, нет, мне не надо. Ну ладно, ладно. Вот. Спасибо, Хаякава. Снег пошел. Белое Рождество. Так романтично. Да. Прям как по заказу. Скажем, это Бог так радует честно трудящийся народ. Похоже, что так. Думаете, много снега будет? Было бы классно. Тогда, может, вместе слепим снеговика? Отличная идея! Какие ушки хочешь, Хаякава? Как речь об ушах зашла вообще?